Всем привет! Продолжаем гулять по городам. Сейчас мы в Вероне. Хочу вам показать немножко такой маленький сюжетик о площади. Называется она Палаццо Делла Раджионе. Симпатичная такая маленькая площадь с красивыми домиками. Такой, я бы сказал, что это просто дворик. Вот как ее они пишут в Википедии. На протяжении веков Палаццо Делла Раджионе, но иногда ее называют как Палаццо Делла Комуна, был одним из главных центров политической власти города. И в элегантных залах располагались колледж нотариусов, банк, суд и другие учреждения. По-прежнему является прекрасным образцом романской гражданской архитектуры. Здесь находится башня Ламберти. Она построена в 1172 году, но я что-то туда не попал, не знаю. Что-то не захотелось. Но эта башня самая высокая была в городе Вероне. Она открыта для посещения. Сколько там стоит денег, я просто действительно не знаю. Как-то мне было не с руки туда подниматься. Видимо, я устал, потому что ходил много в Вероне, бегал. Очень интересный фасад в стиле Ренессанс. Раньше, кстати, во внутреннем дворе, вот в этом был, находился рынок зерна. И дом окружен аркадой такой красивенькой. Полосатая кладка стен, выполненная из кирпича, чередующего с белым камнем. Ну, все, в принципе, что можно рассказать вот об этом дворике, об этой маленькой площади Палаццо Делла Раджионе. Вот, собственно говоря, и все, что я хотел вам показать. Все, пока, всем привет, до свидания.